Нихао. Так сегодня приветствовали гостей в городской администрации. В столицу Чувашии приехала делегация из китайской провинции Гуйчжоу. В солнечной Чувашии щуриться от солнца китайским гостям не пришлось. Сейчас в Чебоксарах по меркам юго-запада Китая практически зима. Вот сегодня осенняя погода вас встретила. Я думаю, что с вашим приездом погода улучшится. Потепление от визита ждут не только в плане погоды, но и в отношениях между нашим регионом и провинцией Гуйчжоу. Теперь я хотел бы сказать несколько слов о нашей провинции. Наша провинция находится на юго-западе в Китае. Его население почти 40 миллионов. Мы хотим с вами развиваться отношения, дружественные отношения по сферу экономии, культуры, науки и так далее. Кстати, слова про развитие отношений иностранные гости подкрепили вполне конкретными намерениями. К примеру, желанием сотрудничать в сфере торговли. Мы готовы вместе с вами работать в области водки и, как, например, научные исследования и так далее. Наша продукция мы хотим продавать за границей. На этом моменте представители чебоксарского правительства оживились, но затем отметили, что это далеко не главная тема визита. И вообще в Чебоксарах и свое производство неплохо налажено. Я думаю, что этот не важный вопрос. У нас свой лекароводочный завод достаточно хороший, он нас обеспечивает. Много у них других вопросов. Вопросов электроэнергетики, вопросов тяжелой промышленности, машиностроения. Вот эти вопросы, конечно, нужно рассматривать. Интересовались гости не только производством и специалистами, но и теми, кому специалистам еще только предстоит стать. Тесное взаимодействие между университетами – еще одна важная тема визита. Вполне вероятно, что в нашем городе может появиться филиал одного из крупнейших вузов Китая. Но создание филиала Чебоксарах реально это, потому что обмен студентами, обмен информацией, которая есть в Китае, именно в этой провинции. Тем более, что мы знаем, что Китай последние годы, последние 10 лет интенсивно развивается, экономика нарастающая идет, новые производства, новые технологии именно идут с Китая. В достижениях далекой китайской провинции представители Чебоксарского правительства смогут убедиться сами. Они получили приглашение побывать в провинции Гуйчжоу. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика.